Ребята, всем привет! В этом видео я вам покажу, как я делаю подрамники. Конкретно вот на этой картине подрамник я делал сам. Вот. Ну, собственно, смотрим. Значит, есть вот такая рейка для подрамника специально. Вот, я взял с буртиком. Они бывают разного вида. Мне очень нравится работать с буртиком. Я вам потом объясню, почему. В общем, есть вот такая. Поехали в работу. Делаем запилы на пиле под углом 45 градусов. У нас получились вот такого плана заготовки. Это 50 сантиметров, это 80 сантиметров. Вот. Все холсты, натяжка холстов у меня будет производиться под размер 50 на 80. Почему? Да потому что ширина печати холста 91 сантиметр. Это удобно завернуть по 5 сантиметров, сделать галерейную натяжку холста. Клиент не переплачивает за перерасход материала. Далее есть у меня вот такой замечательный станок для багетного бизнеса. Вот. Неудобно держать. Я вам покажу сам принцип. Так. Значит, выравниваются рейки. Смазываются предварительно клеем, выравниваются. Зажимаются, внимание, аккуратно пальцы, зажимаются в такой вот угол, и внизу пробивается скоба. Вот, сейчас я сделаю это все дело и вам потом покажу готовую работу. Вот таким образом выглядит сзади пробитая скобами рейка. Все отлично и хорошо, но есть одно но. Клей сразу не схватывается, и вот эта вот штуковина, она ходит, видите? Да, видно. Вот, чтобы этого не было, просто пробиваем ее степлером. Угу. Выглядит это так. Что мы получаем? На этом этапе мы получаем идеально собранный угол. Угол практически подрамник. Вот, сейчас я дособираю его в кучу, да, воедино, и покажу вам, как это выглядит, как выглядит подрамник, собранный мною. В общем, получается вот такая вот красивая рамка, подрамник. Покажу сейчас углы. Вот, вот эти скобы, их не видно из-за буртика. Вот то, о чем я и говорил, что мне очень нравится рейка с буртиком. Вот этой вот штуковины их не видно. Вот. Подрамник обладает всеми нужными свойствами. Вот. Помимо того, что приклеится клей, вот. Клей будет держать. Держат еще скобы. Конкретно с подрамником работаю я клеем Moment Stoller. Прекрасный клей. Клеится, проклеиваются торцы немного. Вот, держит очень хорошо и достойно. В заключение, если тебе понравились мои мысли и ты подчеркнул что-то интересное из моего видео, поставь лайк, подпишись на мой канал и, собственно, по традиции, всем мир и печеньки. Пока, до новых встреч!